Молодой господин, вы куда? Я получил свои деньги. Я хочу пообщаться. Без разрешения госпожи вам нельзя уходить. Ваша госпожа не согласилась. Но ты можешь. Я виноват, виноват. Я приготовил тебе подарок. Держи. Мой молодой учитель влюбляется в меня. Чего? Любовная история. Те, что ты читаешь, такие старомодные. Я написал ее специально для тебя. Она великолепна. Посмотри. Хорошая? Я еще не закончил! Ты не можешь закончить сейчас? Или не сможешь от этого избавиться? Нет, нет! Тебя попросили присмотреть за мной. Что, если я сбегу, когда ты читаешь? Я последую за вами! Без разрешения госпожи, к сожалению, я не могу идти. Я ценю это, охранник Ган. Не за что. Ты знаешь, что интереснее, чем это? Цзяньминя. Что вы хотите? Не пойми неправильно. Все мы порядочные люди. Тогда-да. Добро пожаловать. Пожалуйста, входите. Все так же. Что еще вы хотите? Раз мы пришли, давай войдем. Двое гостей. Пожалуйста, входите. Молодой хозяин, это театр, где часто бывают мужчины Цзянина. Хорошо, хорошо. Молодой хозяин? А, вы выглядите для меня новым. Как мне к вам обратиться? Хорошо. Это лучшая песня Юань Цзин Эр. Самые красивые девушки здесь. Может, поднимемся наверх в личные покои и отдохнете, и вы можете наслаждаться видом. И я приведу Юань Эр поговорить о музыке. Вид хороший. Девушка, спасибо, не надо. Я понимаю. Сюда, пожалуйста. Прошу, сюда. Он похож на богатого. Пусть Цзянер поднимется наверх и обслужит его. Да,